Концерн «Росэнергоатом» выделяет 37 миллионов рублей атомным городам. Средства направят на помощь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Оператором этой программы, инициированной генеральным директором концерна «Росэнергоатом» Алексеем Лихачевым, выступит фонд АТР АЭС. Непосредственно в Десногорск направят 4 миллиона рублей. Материальную помощь предложено оказать адресно и особенно нуждающимся. В первую очередь маломобильным жителям Десногорска. Это ветераны Великой Отечественной войны, а также особенные дети. Которые сегодня нуждаются как в финансовых средствах, так и в технических средствах и лекарственных средствах, которые не всегда можно сейчас купить в аптеках. Обучение в школах дистанционно показало, что к такой форме готовы были не все. Для более чем 100 малоимущих семей Десногорска дистанционная учеба – задача в первую очередь техническая. Мы предлагаем Сергею Николаевичу рассмотреть как один из видов оказания адресной помощи – это приобретение ноутбуков для малоимущих семей, для детей, для наших школьников. Реализация благотворительной программы концерна «Росэнергоатом» предполагает участие местной некоммерческой организации. На ее счет и будет перечислена сумма для скорейшей реализации намеченного плана. В городе Десногорске эта организация определена Десногорская городская общественная организация, Смоленская областная общественная организация ветеранов, пенсионеров, войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Отчет о том, что удалось сделать благодаря выделенным деньгам и на что они были потрачены, будет направлен в фонд АТР АЭС. Это не является каким-то политическим шагом, посвященным чему-то. Это просто подарок людям в очень сложной ситуации. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ.